что ж, пока пара немножечко отдохнут, поменяют место на площадке, я хочу сообщить всем нашим зрителям, что 22 октября пройдет очередной замечательный турнир, который уже в который год радует публику и танцоров. Это будет Кубок мира среди профессионалов, Кубок мира в Кремле. И я с удовольствием хочу вам еще раз представить организатора этого турнира. У нас сегодня среди судей в гостях Станислав Попов. Все, кто еще не успел приобрести билеты на этот турнир, большая часть пар, которые сегодня на паркете в финале, они будут участниками этого замечательного конкурса. И если вы еще не успели приобрести билеты, пожалуйста, ищите их в кассах Москвы или обращайтесь к Станиславу Попову, возможно, он поможет. Ну что ж, следующий танец финала – танец самбо.